Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это продолжение партии в Sid Meier's Civilization 6 за Турцию против живых соперников ФФА на семерых. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Всегда интереснее смотреть с самого начала. А спонсоры канала, кстати, все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им большое за поддержку. И всем вам приятного продолжения просмотра. Нубия, слушай, а я брал еще у тебя в долг? И говорил, что отдам, по-моему, что у меня... Нет, я там неправильно нажал, получается. Да, я не успел, точно. И так не получилось. Все, окей. Так, я бы вот здесь этим стоял на тот случай, если там кто-то будет проплывать. Просто контролировал бы. Норвегия объявляет войну Мапуче. Интересно. Короче, понял, с двух сторон тут. Надо быстрее идти грабить Мапуче, иначе его сейчас просто распилят, похоже. Ну, пишет плюс 4, но будет плюс 6, когда киловые кисевания построятся. Нет, не... А, так, меняем только вот эту вот. Первый посол. Наверное, торговую конфедерацию. Пока оставлю все остальное. О, тут есть акведуки. Так, давайте библиотеку. Я не знаю пока, где мне промышленную зону ставить. Скорее всего, будет тут акведук, а здесь промышленная зона. Тут как-то все обработано. Пошли, наверное, к Халепу. Я тут один не вывезу, если никто не поможет. Я твои города не буду захватывать. Кто с кем? Пограбить чисто. Что ты? Чисто пограбить, Норвегия заехала, ничего такого. Ну, какая разница, ты мне мешаешь еще. Мало того, что я с ацтеком воевал. А ну не мешай быстро ему. Так, какая у них там способность вообще у берберских пиратов? На береговой рейд ничего не расходуется. Мощь в ближнем бою 40, в дальнем 50. По-моему, там такой же, как у капера, да? Да. Просто на разграбление. Короче, осуждаю норвежца за то, что грабит Мапуче. Мапуче хороший караван бегает. Блин, 35. Но я его, наверное, на производство лучше в Балтимор отправлю. Так, какие у меня вообще караваны есть? Два из Стамбула бегает. Из Эдирне бегает. Из Халепа два бегает. Ага, из Трабзона не бегает. Блин, дал бы закрыть все стены уже, взял, перекупил. У меня сейчас очень критично сейчас, поэтому... Да, мне буквально один попал.
Куда кампус ставить? Ну, что-то я вообще до сих пор сижу без правительственной площади. Что-то как-то даже странно. Ну, надо Вильнюс сюзеренить. Я с Вильнюсов, с двух культурных ГГшек буду, получается, 30% получать вместо того... Ну, плюс 30% к тому, что они дают. Ну, это так ты же все равно не заберешь. Только время тратишь. Так, слушайте, это... Тут... Блин, 20 монет... Блин, в Вашингтон 36 монет вход. Нормально. Круто. А, я не могу, пока тут гор... стоит юнит. Ладно, пропустим ход. Там Булда на 28 идет. Так, значит, Вильнюс. Еще берберов. Ну, тут плюс 2, но и здесь вау, будет, а тут будет плюс 3. Кто в жопе заспавнилось? Буэнос-Айрес. Я подумал про Дар Бруней сначала. Ну, я не буду это предлагать, потому что я не могу ничего сделать с Пандар Брюнеем. Так, норвежец с пофигизмом та же история, что и с Нубией. Какая? А не скажу, пусть секрет для тебя будет. Сюрприз, точнее. Сам придумал историю? Да. Бесплатная технология, прямые паруса. Почему бы и... А, блин, тупиковая. Ну, такое, ладно. Не особо. Так, что тут у нас по великим людям интересного? Уровень, промышленную зону, пройти захват, 6-5. Дает игрушку. Америка, трейд. Ну, давай. О, время... Блин, слушайте, мне правительственную площадь надо построить. Ой, блин, ну давайте, может, здесь хотя бы будет три соседства, что ли.
Ну, это просто трындец. Так. Ребят, как голосуем? Минус по фигизму? Так, а кого там больше всего? Ну, тут вообще иудаизм и пофигизм одинаково. Может, мне поможете? А ты что? Повоевать против ацтека. Ну, давайте. Значит, за ислам? Нет, даосизм. Плюс 10 к мощи, даосизм. И киты, наверное, снова? На плюс. Давайте. Так, осуждаем даосизм, правильно? Наоборот. Да. Наоборот. Наоборот. Восхваляем. Восхваляем, да. Вау, какой даосизм, вау. Парниша, ты супер. Медитирую, как я. Так, Йоханнесбург, Самарканд. Да, ну, то и прошло, в общем-то. Ну, наверное, следующим ходом объявлю войну норвежцу. Так, вот теперь можно и других. Ну, не знаю, ну Ибрагим всех военных юнитов в городе увеличивается. Ну мне нету смысла нападать на американцев. Поэтому да, как-то Ибрагим... Давайте, может, Рейну на соседство... Центра коммерции гавани. Еще больше производства было. Значит. Берберские пираты продолжаем. Подожди, где? Да, пока тебе фиг за это заплывешь. Так, я универы вообще все везде уже купил. Да? Да, блин, что ж тут? Ладно. Давайте он тут и обработает апельсинки. Так, а этот... Видите, тут у американца есть все-таки куда селиться еще дальше. Все предложения? О, уголь у меня есть, зашибись. Причем он уже сразу есть. Да, под двумя районами, класс. То есть мы сразу делаем... Так, я тут мастерскую куплю. Продолжаем вечеринку. Сразу фабрики фигачим. Наби, убери, пожалуйста, разведу. Куда нам дальше? Ну, можно литье открыть. Много благодарен. Так, здесь
Зал для приемов. Там моби окинула, Леш, этот союз, если что. Да, хорошо. Ну, я бы, наверное, держал пока посол... А, слушайте, у нас же фес есть. Вот где я могу науку еще сделать. Так, повода для войны у меня явно нету еще. Слушайте, один ход оставил, ладно. Да, что так много, пощадите, я уже все. Так, тут кораблей нету, судя по всему. Он проплыть не может. Сейчас будем грабить норвежцу. Ну, ацтек с ним в союзе, это пофигу. Аншан отвалился у ацтека. Так может мне и тогда и не трогать мапуче. Получается, я могу просто проплыть. Хотя? Да, слушайте, берберские вот эти вот, это просто трындец. Они стелсовые, да? А? Они невидимые? Они невидимые, и плюс они не тратят очки на грабеж. То есть я приплыл, я тебе разграбил 5 клеток просто одним этим. Одним ходом. Чикал, посмотри приложение. Это какой-то мрак. Это человек меня осуждал за то, что я граблю, да? И все еще осуждаю. Гал, посмотри предложение. А нужен ли мне меркантилизм? У меня нету... А, лагеря... Подожди, у меня есть лагеря? У меня есть намек. Везет, а? Ладно, давайте меркантилизм сначала. Леш, ты союз что примешь, нет? Да, сейчас просто уже не успеваю, у меня тут юнитов... Вроде никого. Ладно, давайте Виктора в Эдирне. Блин, я карточку не поставил. Ну, я посмотрю предложение. Да, трындец, конечно. Ну, сейчас на следующий ход опять повторим. Может, все-таки мапуче грабить? Ну, просто у ацтеку тут не проплыть. Он с той стороны где-то. Нечестно. Ну, а будешь считать? Нет, нет, ну в том плане, что убил юнит. Нечестно, что юнит убиваешь мне. Прости, я больше никогда не буду. Забирай все. Блин, у него еще и тут приплыл. Ну и понятно, что у него тут плавали. Так, давайте все-таки еще пару этих...
пиратов. А кто там прошлым ходом сделку кидал? Просто это, не успел ничего принять. Там лесопилку они вырубают, потому что один заряд оставался у рабочего. Я не хочу, чтобы производство ушло. Так, ищем источники. Ну, Бета, ты посмотришь предложение? Секунду. Шпион. Ладно, фабрики. Мастерские плюс 3 культуры. Хороший инженер, мне нравится. Так, тут разведывательная. Ну и в принципе окей. Так как этого мне разграбил? Как вот мне разграбили? А, Норвегия может как угодно грабить, я вспомнил. Господин Вулкан, идите в жопу, пожалуйста. Блин, 96. Так сделаем. Так, а нехватка да, почему у меня... До того, как у меня прогрузилось, все уже захвачено. Через Shift. Опа! Почему не хватает? Что-то поломали мне, что ли? Юнитами. Да, видимо, вот тут поломана гавань. Здесь в обязательном угольное, потому что 6, ну, и тут будет еще 7. Просто очень быстро клипаем. Не, ну тут сразу несколько юнитов сходило. Получается. Одновременно, если юниты сходили. Так, литье открыли. Ну вот, тогда это так через shift воюет 100%. Корпорации. Нет. Ну как нет, ты так, сразу 3 юнита может быть химия. Сходило, у тебя получилось. Просто, наверное, позже загрузился. Вот давайте в экономику, потому что я два банка точно была. Нигде не поменяю, ни одного коммерческого района просто. У него юниты ходят, я еще не могу двигаться. О, у него еще надо будет следить. Так, он тут внизу находился, я помню. Стек. Давай на счет, погоди, сразу не ходи. Пусть посчитает. Зачем этот стек влазит в войны, если воюют не с ним? Слышишь этот стек? Слышу. Угу. Посчитайте кто-нибудь. Готовы? Да. Но это не меня спрашивают, на счет, то есть... Два. Один. Блин, и не убился. Так, здесь у нас...
Там у нас снизу еще кораблик, надо не забывать. Норвежский. Пора чинить, так. Странно, как я этим ходом улучшил? Останавливаем. Надо, кстати, в первую очередь этого убивать, чтобы он опять не разграбил мне кампус. Так, Виктор прибыл. Еда, рост. Еда, рост. Странно, тут даже все равно не хватает. 21. Просто 21 Стамбул. Это именно благодаря Артемиде и Темпло Майор. Только этому. Классовая борьба. Ну, давайте посмотрим, где она. Далековато. Что из этого я хочу? Национализм, наверное. Блин, а вот... Ну, у меня, наверное, все равно не было бы формального повода против Норвегии. Давайте все-таки национализм открывать. Твою ж мать. Посткликер и трындец. Так, ладно, давайте сначала этого валить. Блять, ну ты ж сам просил на счет. А, срань. Так, ну тут надо корабли делать. У меня есть какие-нибудь... Можно сейчас спросить насчет, что там было критическое. Более крутые, ну... Да, наверное, пошли в броненосцы. Ну, мне надо убрать норвежца. Я хотел заработать ресурсы на Мапуче. Блин, тут еще этот сейчас... норвежец... американец, у тебя открытые границы с норвежцем? Нет, не должны. Значит, не давай ему открытые границы. Тупой тут проплыв, конечно. Я вообще города Норвегии... А, вот. Нидерас. Как раз столица, между прочим. Успел.
Так, Кава. Нет, в Балтимор больше производства. С чудом природы. Так, тут ремонтируем маяк. О, вот куда мне этого надо отправлять. Тут три клетки сработает. Пропускаем. Тут нельзя отправить, потому что... Ну, я не буду тут. Или зачем пограбить. Зачем ты захватываешь, если удержать не можешь? Города. Ну, он мне зачем-то убил юниты. Я думаю, надо наказывать. Может, у него трон вождя, или это так не работает? Что? Может, у него трон вождя построен? Ну, и тут же еще и на очки у нас 160 ходов. Ограничения, как бы, очки тоже нужны. Не, а у него... Этот город не отвалится точно. Он захватывает их или не отпадает? Ну, трон вождя как работает? Когда захватываешь город, то он промку апает везде. Вот этот захват такое временно считается. Так, сколько у нас ходов осталось? 5. А, мне бы янычара сделать. Ну, я не хочу на счет. Наверное, он спасет своего, свою каравеллу, я думаю. Угу. Окей. Я следующим ходом тоже покупаю эти. Ну, это интереснее, чем просто сидеть домики строить. Я лучше повоюю на море с норвежцем. Гал, чё там? Дружим, не дружим? Ну, ты хочешь дружить? Ничего нет-то. Или ты собрался воевать? Следующим ходом я просто куплю. Мне нужна третья война. Да мне все равно, я нормально камбэкаю вроде, сижу. Это у тебя скоро проблема будет от американцев? У вас там долго с ними еще союз? Один с ходов. Ну, 11, тогда дружим. Да, это, конечно, проплыв. Да, наверное, может быть и ошибка с норвежцем воевать, но у него слишком много юнитов здесь. А у меня хорошее развитие, в принципе. Так, 5 ходов. Мне надо у кого-нибудь селитры попросить. Нубия, предложение. Хотя осман далековато, достаточно. Че гранату еще не забрали? А она слишком неудобна с точки зрения стратегической стоит. Ну так у нее угол. Но она выпирает прямо таким образом, что она находится четко посередине между тремя цивилизациями. И кто ее захватит, тот первый ослабнет. Я так не считаю. Подход к ней достаточно сложный.
Ацтер кинул тебе там весточку. По весточку. Нормально. Работаем. Ну и еще одну. Так, броненосец. Экономику. Так. И мне надо апнуть в йены чара. Все, золотой век, здравствуй. Национализм есть. Естественную историю откроем. Братан, давай мы того помиримся. А, тут мало производства. Нет, давай ты лучше театралку. Вообще чудо, я тут могу какой-нибудь построить? Панамский канал. Ну не хочу. Это за моральный ущерб. Такой еврей сам войну объявляет, что ли, не за моральный ущерб. Я войну объявляю? Ты что, рофлишь, что ли? Ты меня кинул. Это не я тебе кинул войну. Это у меня военный союз был. Ну, это, сути дела, не меняет. Так. Да нет, как раз таки и меняет. Чем началось-то? Что-то я не успел тому ацтека поатаковать. Не, ну вот никак нельзя было наказ отдавать американцу. То отдавать? Галикарнас? Да. Да вы что-то все про него забыли? Не, я не успевал, просто у меня с наукой, алло, по-моему, мне нужно построить два этих, прежде чем кампус ставить, два района. Все грабит. Так, что у нас тут вот стека? Я только сейчас заметил, что Ацтек захватил мой Кабул. Ну, потому что он в списке отображался на карту, я как-то не смотрел. Я типа сейчас ему должен войну объявить, потому что я его сюзерен. Но это даст на 50 претензий. Объявлять? Нет, ты почему не Ацтеку? Ты Кабулу можешь объявить войну. Нет, да, Кабулу должен. Ну. Блин, это претензии создаст, конечно. Ну, сори, я только сейчас заметил. Ой, там столько ну и что претензии создаст, и что? Да. Кризис, да. Кризис, это страшно. Блин, а у меня в Кабуле послов нет. Так, у меня тут стоят на... Да. Это же промышленной эры, да? Что я тебе примесаю? Да. О боже мой, у меня дед загорелся, бешеный. Да по-любому сам поджег. Там же одни плюсы потом будут. Да блин. Чё-то, знаете, с быстрым таймером воевать вообще не прикольно. Что-то я вообще ни хрена не успеваю.
лесопилку. Здесь у нас... Ну, я бы продолжил исследовательские гранты, потому что мне с этой стороны не нужно. Я не знаю, вам не кажется, что ацтеку не хрен делать? Вот именно ацтеку не хрен делать. Ну да ладно. Давайте глянем. Ага, есть тут у него юниты еще плывут. Короче, нахрен тогда. Я не успею там построить ни стены, ничего. Аквапарк я бы лучше в Стамбуле строил. Кстати, военный инженер. Там мне, наверное, броненосец убьет норвежец. Ну, видите, играем, просто никто, все гордые, никто не предлагает мир. Я думаю, хай побеждает американец. Нехрен делать. А, нет, так. Так, что у меня здесь? Ацтек. Где? Так, ну у меня... В принципе, культуры дофига, ну, американец, кстати, а где вообще, вот химия, мне в химию надо, и вон авиация, не, я сначала в химию зайду, сначала в химию, возможно, там где-то будут и линкоры, почему бы и нет. Я бы реформу денежного обращения оставил. Что денег дофига идет. Так, я здесь, наверное, сделаю. 760. Куплю тут. Я думаю, они этот будут атаковать броненосец. Норвежец будет этот атаковать броненосец, я имею в виду. Ну и клик проигрываю. Да, но этот уже как корпус, он не уничтожается с первого удара.
отлично. Да, блин. Так, а где у нас... Весь лес горел просто. Мне нужны... Так, собираем дальше. Так, собираем. Мне нужно еще 10 селитры. Нубия, предложение. Ну, мне надо 3... Три... корпуса, чтобы найти, где армии будут. Ладно, тут уже без двух. Мне надо в химию быстрее выходить. Норвежец на счет. Окей. Я загрузился. Я тоже готов. Американец, посчитай, пожалуйста. Готовы? Да. 3, 2, 1. Ну, потому что он выиграл только за счет того, что у него быстрее клик был. Ах-ях. Пора было это прекращать. Так, у него там еще плыл. Следующий тоже на счет? Следующий? Ну, я не вижу тут, чтобы какие-то были. Я думаю, что ты просто отступить хочешь, да? Ну, да. Можно без счета. Окей. Так, где? Хрена себе мобилизация. Не, ну мы в коммунизм идем. Ясно, мобилизация нам не светит. Нам нужны вообще 2 арбалетчика или уже нет? Уже нет. Подождите, он меня тут уничтожил все каперы от стек. Обожаю. Просто обожаю. Гал, убери своего конника. Корпус. Один момент. А я его только сделал, я на next ход уберу.
Они со мной не воюют случайно? По-моему, нет. Да, ну, начинаем отставать от американца по науке, потому что нам тут пограбили всякое. Все. Всякое все. Так, ну здесь уже ремонтируем. Здесь, по-моему, не надо ничего ремонтировать. Тут все сделано. Сделано. Подожди, это какое соседство? Не, ну фабрику... Фабрику все-таки надо. Кампус. Давайте на плюс один хотя бы. Как броненосец не убивает скаута, не пойму. То есть, эту берему он убил, или что там плавало, а скаута просто нет. Мощь в рукопашной 50, я тоже сейчас смотрю, не понимаю, почему. Разведчик. Я бы его подержал там, чтобы, например, шахты для ракет строить. Сюда его отправлю. Так, ну тут у нас плывут ацтекские корабли теперь. Американец... Блин, уже здесь, а я тут отстаю. Ну, мне пришлось в паровой двигатель просто заходить. Именно поэтому отстаю. Магнус прибыл в Халеп. Ой, ну это... Выбрать Халеп и двигается юнит, нормально? Так... Тоже фабрику. Давайте в Стамбуле аквапарк. Вот здесь будет офигительно. А Фес больше не союзник норвежцы. Они... О, блин, слушайте, мне же Фес надо этих отправлять. Что я... О, это ж наука, блин. Стоим теперь тут лечимся. Ой. Так, ну я бы ацтеку предложил мир. Ацтек предложение. А, у норвежца большой барьерный риф тут. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео.
пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!